80% маленьких актюбинцев страдают кариесом. Об этом рассказали стоматологи. Причем самую большую настороженность вызывают дошколята, во рту которых специалисты находят по 10 испорченных зубов. Врачи поделились рекомендациями, как сохранить здоровую улыбку с молоду. Лето – сезон лечения зубов для детей школьного возраста. Стоматологическая клиника в день принимает больше 500 пациентов. Успеть вернуть здоровую улыбку во время каникул маленьким актюбинцам помогает целая бригада врачей. В поликлинике у нас один хирургический кабинет, по ЕСИТ-БТР, один хирургический кабинет на 4 хирурга, 3 кабинета лечебных на 12 рабочих мест и один смотровой кабинет на 2 рабочих места. У нас, конечно, всегда обращаемость очень большая, по поликлинике в день по 500 посещений идет. Только в одном смотровом кабинете на одного врача идет 150-160 человек, осмотр проходят. Качество зубов детей настораживает. Малыши до 7 лет могут иметь во рту по 10 зубов с кариесом. Тому есть веские причины. Дети до 7 лет во рту может быть до 10 зубов. Да. Ну, больше, конечно, чем старше, подростки, у них имеется до 5-6 зубов. И где-то получается поражаемость с кариесом по Актюбинской области где-то 70-85%. Три фактора, которые приводят к кариесу, это гигиена, самый главный, гигиена полости рта. Второй фактор – это питание, да, потому что сейчас дети употребляют очень сахаросодержащие продукты, соки, такие сладости. И третий фактор – это в воде нет того количества, сколько должно быть фтора. Наладить питание и научить ребенка гигиене зубов – обязанность родителей, считают специалисты. Только так можно сохранить здоровье полости рта. Зубную пасту с трех лет, и есть специальные зубные пасты, да, которые не содержат такие абразивные, да, потому что у детей эмаль очень хрупкая. Чтобы не повредить, есть специальные зубные пасты детские. Вот этими зубными пастами надо обучать своего ребенка и под присмотром родителей надо чистить зубы. Чистить ротовую полость нужно с рождения. Сначала массировать десна, а с появлением первых зубиков чистить кипяченой водой и специальной щеточкой. Оказалось, что маленькие клиенты стоматологии знают эти правила. Я каждый день чищу зубы по утрам. И кушаю полезную морковку, капусту. Там, когда мама покупает брокколи, я его тоже доедаю до конца. И яблоко, бананы ем. У стоматологической клиники есть филиал по улице Асалбарака. Прием детей там осуществляют порядка 20 специалистов. В целом, помимо лечения и удаления, стоматологи ставят пластины пациентам от 6 до 12 лет для выравнивания зубов. Процедура проводится бесплатно для детей из семей, получающих АСП. Инкара Карашаева, Жанадиль Сагиев, телеканал Актобе.